Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51 рус. Сегодня ночь поедем, дорабатываю я пак газонов, поедем на газоне 52 с модом дождь, посмотрим, что там есть у нас. Значит, так, применить. Версия игры у нас 03.03.16, ссылочки все найдете в группе, заходите, читайте, смотрите, ищите, все там. Ссылки теперь под видео будут очень редко выпадать, заходите в группу. Так, сетевая, так, для друзей, создать комнату. Так, надо еще найти какую-то, так, холм, где у нас три машины может стоять. Три машины. Ну-ка. Ну-ка, не же у нас один гараж, по-моему, да? Тут, наверное, не пили. Ну, давайте поедем на... Да, чё, давайте поедем на широкой реке. Значит, поставим один газончик, второй газончик. Еще не прогрузились. Второй, третий. Тоже грузится еще. Третий, значит, поставим этот и поставим. Давайте этот. Так, начать. Так. И снова дождь, и снова слякоть. Так. Ну, это, ребята, покемоновская машинка. Доны все будут взаимозаменяемые. Так, его просто нарядить. Он вроде как не пустой стоял. Так, видите, машинка намокает, все, ребята, качайте мод. Дождь вообще обалденно. Гром и молния, все такое. Так. Долепил я тут, ребята, аддончиков на машинке. Уже будет такой у нас тентовичок. Давайте даже. Блин, завести надо. Ну, намокло. То есть к тенту у нас будет, ребята, сюда свой груз. Вот такой. То есть топливо можно заправлять, гараж открывать, 3 очка, соцремонта, 400 литров. Груз тащит. Так. Значит, борт. Борт будет возить бревна. Анимация без 9 ков присутствует. Видите, что там на борту. Так же, как и на борт тент, по-моему, тоже. Так. Будка такая будет у нас присутствовать. Так. Потом будет. Ой, не ждал. Ну, естественно, вот эти борты. Кран будет, ребята. Спилил, правда, запаску, но ничего не смог сделать, как бы. Если в максе отрезать, то будет пипец. А кран рабочий, ребята. То есть все функционирует тут. Как вот сейчас тут 3. R. Ой, 30 нажал. То есть все, ребята, лапы. 4 поднять. Поднимается, опускается. 3, 5, 6, 6. Ну-ка, это сейчас. Стрела идет. 5. Влево-вправо, 7, это крюк опускается. То есть вот. Ну, запаска вот. Прописал 500 ремонта, ребята. Потому что запаска постоянно низковата, цепляется за этот самый жопой. За все это дело. Ой-ой-ой. Не то нажал, сорян. Цепляется за землю. Так что с краном поаккуратней. Все равно смотрится прикольно, все-таки на газоне есть кран. Забавно. Так, вот эта штука тоже возит бревна. Еще, я думаю, наверное, будет такой же прицеп. Ремонтные части. Так, мигалка.
Это мигалка для цистерны. Это все, ребята, будет на всех аддонах, то есть как бы. Так, потом снимаем. Будет еще, ребята, кунг. Это будет платформа лесовоза с этим. С трейлером. Так, снимаем эту ерунду. Молоковоз будет у нас. Такой вот. Молоковоз. Ну и там его дальше. Газ, трактор, там еще прицепики будут. Тоже возят груз свой. Гаражные части там, все такое. Так, такие два прицепа, ребята, будут. Так. Так. И будет вот дефолтную тележку я перемастырил. Так, трактор снимаем. Будет скраб у нас такой стоять. Ремонтные части на крышу. С ящиками ремонта 150. Ну и давайте поедем, что-нибудь кунг прилепим, поедем, откроем гараж. Все, погнали. Анимация руля присутствует, ребята. Вид из кабины. Ну, там видите, масла и дождь идет, все офигенно. Давайте скрины полетим сразу. Чпок. Ой, не то пальто. Ну, погнали. Как обычно. Через все буераки. Задний привод, ребята, только задний привод. Впереди балка стоит, писали тут мне. Ребята, просили сделать полный. Но если кто-то сможет сделать, ребята, на данный газон прилепить мост, то обязательно пропишу. Пропишу полный привод, сделаю этот газончик. Ну, как бы я не силен в максе, поэтому ничего вам ответить не могу. Так, куда нам ехать-то? Вот и сюда, наверное. Ага, сюда. Так что, будет три газона, все задний привод. Кто-то сможет прилепить, если, ребята, к газонам передний мост, то, пожалуйста, обращайтесь. Сделайте мост, значит, и тогда можно будет, в принципе, полноприводной газон еще вставить сюда. То, в принципе, я думаю, газонов, наверное, больше никаких не будет, и так вот, выше крыши, как бы. Много тоже вредно. Вот. А, ну зиловская еще от 130-го зила будет ставиться. Борт и утилитка. Ремонтные части. Вот самый какули сейчас на заднем приводе маханем. Давай, трубан. Нам главное реку переехать, наверное. Мод дождь, ребята, обалденнейший просто. Ссылочка будет также присутствовать в группе или под видео на канале найдете, там будет мод дождь и там будет ссылка на скачку данного мода. Тяжко я буду с прицепом, смотрите. Опа. А, блин, прицеп вывесился, зараза, в пункт уперся. Черт, побери. Только не говори, что мы сейчас с тобой стрянем. Заломал я его, видите, поднял жопу прицеп. Что-то я об этом-то и не подумал. Как-то совсем. Ну-ка. Волшебная лебедка. Давай, поехали. Вот, ребята, хардкор, дефолтная карта и газон 53-й, 52-й.
Будет где поглумиться. Не надо никаких суперских карт. На обычном дефолте можно ломануться. Скрин обязательно что надо для видео это сделать. Чик. Ну, погнали. Также, ребята, можете заходить у меня в Steam, друзья, добавляться, смотреть там скриншоты, что вообще. В принципе, я все машинки, которые там ломают, ковыряю, то есть скрины валяются. В самом Steam у меня. Найти, я думаю, нетрудно, найдете, вот видите, сервер, драйвер 51 рук, так и найдете меня в этом системе. И аватарка такая же тоже. Кому интересно, там же будет ссылочка на канал, на группу. Скоро, ребята, розыгрыш будет, уже осталось там меньше 50 человек. Розыгрыш спидтайра с лицензией. Так что мониторьте, будьте активнее. Игра будет разыгрываться только у кого нет игры лицензионной стимовской, потому что будет игра дариться через Steam. У кого уже игра будет существовать в Steam, то есть, то игра получается не прокатит, второй раз не подарится. То есть у кого нету лицухи, ой, сейчас я его завалю, то не знаю. Давай, Газоныч. О. Какое-то гиблое грязное место. Хардкор, хардкор. Вот, ребята, газон и все, и никакого хардкора не надо. Давай, дружбан, ну. Засадили газона. Вот она, брат. Давай полевую попробуем. Рычаг, ребята, передач тоже заходите, там смотрите в разделе ссылки там здесь под видосами. Опять же, под этим самым под видео на канале ссылочка должна быть там на рычаг. Все, ребята, вон, смотрите, на понижайке пополз вроде. Стал-то родной. Опять. Е-мое. Они заткнули. Стоп. Задний привод, е-мое. Какая-то там яма.
Эх, вылезли. Ура. Проскочили. Так, тут обидничество бережит, наверное. Тяжко будет вылазить, да, до воды. Ё-моё. Бенза жрет он немного, так что, в принципе, там везде по прицепам будет прописан даже этот самый. Возить можно и бензу с собой, поэтому мы полетели. Или ко мне. Тут-то мы, ребят, переедем, вот вторую нам тоже переехать, как я не знаю, часть реки. Тут-то брод нормальный. Все, подперли. Ух! Ёшкинку, давай! Да ладно! Вылазь давай быстрее, быстрее! Газон вообще, ребята, огонь просто. Просто огонь. Так, вот тут я боюсь, что я не перееду где-нибудь стрянуто. Где-то глубоко для него будет, наверное, я утоплю сейчас нафиг. Наверное, давай по течению пошел сюда. О, ну отлично, просто проехали. Дорогу, ребята, тоже ссылочки увидите в группе, найдете, кому интересно. То есть вот заправочка, можно заехать, заправиться, то есть все заправляется. Сотка, по-моему, прицеп. И не знаю, сколько пунктов придет. Так, 22 сожрали мы все-таки. Так, сотка сюда, и да, прицеп по соточке, то есть добавляется. Это если уж кто сильно будет усердствовать, там, или карту какую-то будет проходить там. Вау, стоп, не туда. Кому нравится, можно ездить, там еще гардероб, там все шевелится в нем. Анимашка присутствует. Звук прям вообще так я подкрутил, подделал немножко. Такой получше, более такой облазоновский получился. Ну все, открываем гараж, приехали. Все, 4 очка. Опаньки. Все,
все готово. Можно поставить прямо вот эту ерунду. Есть дрова, грузануть, попробовать. Колеса можно махануть, поставить такие более копающие. Сзади арочное колесо такое, впереди, видите, протектор такой елочкой. Такая машинка не быстрая, 4 передачки всего, а-ля Савдепия, сделана в СССР, как говорится. Погнали. Сыпанем дрова. Ну ладно, так сейчас уровнем, да? Загрузимся. Все, ребята, будет загружаться, выгружаться. Ну, манипулятора, правда, тут нет ни на какой машине. То есть можно дефолтом. Значит, вот у нас дровишки из леса и стима. Погнали. Им, смотрите, не хватит. Почти выехал, ё-моё. Всё, ямы накопали. Давай было из колеи вылазь. Давайте тут где-то пилорама какая-то есть точно. Что я отсюда так сунулся? Надо разумеется и сюда. Все, погнали. Вау! Заеду.
будет на моде, на всем паке, ребята, синхронизация света сделана, будете в мультиплеере друг друга видеть со светом. Так, тут где-то гараж, где-то пилорама, по-моему. Это не понятно, где там гаража. Давайте попробуем сделать лайк. Угу. Это не она. Да. Находимся есть. Так, я тут. Тут. Угу. Прямо сейчас я проеду. Я проеду прямо. Завезли дрова, видите, задний привод, ну, 4 очка притарабанили, вчетвером, как его забрать, дефолтный, по крайней мере, вообще, или простенький, легкую, мод офигенный, аддонов много, еще раз повторюсь, розыгрыш в группе, скоро состоится, лицензия Speed Tires, значит, стимовской, будет разыгрываться, у кого нет лицензии на стиме, у кого есть, там ее никак, ребята, не подарить, поэтому только будет дариться тем, у кого ее нет. Так что будьте, ребята, поактивнее в группе, поактивнее на канале. Смотрите там доработочки, смотрите видео, делитесь видео, подписывайтесь в группу на канал. Так что как-то так. Всем, ребята, удачи, спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачи!